Карате – такой вид спорта, где важен не возраст, а сила духа, спортивная философия, контроль над собственными эмоциями и четкое выполнение всех соревновательных этапов. В этом наша съемочная группа убедилась, побывав на открытом первенстве Белорусского физкультурно-спортивного общества «Динамо» по карате, которое прошло в областном центре. По традиции, перед началом соревнования перед юными каратистами на открытии выступили приглашенные гости. Среди них и председатель Белорусской федерации карате Алексей Богданов. Мы активно с физкультурно-спортивным обществом «Динамо» пропагандируем здоровый образ жизни, любовь к физической культуре, ну и, конечно, виду спорта карате. Потому что карате – это тот вид спорта, который воспитывает характер будущих защитников Отечества. Сегодня подростков объединяет спортивное увлечение и желание ставить новые личные рекорды. А потому неудивительно, что количество мальчишек и девчонок в таком виде спорта, как карате, растет из года в год. Турнир в городе Бресте финальный, и проводится он среди всех детско-юношеских школ и клубов общества «Динамо». На каждом соревновательном татаме сильнейшие ребята, проходящие подготовку под руководством строгих, но справедливых наставников, спортсменов с большим опытом. Неудивительно, что на данных соревнованиях только самые подготовленные и сильные юноши и девушки, ведь соревнования довольно серьезные. Турнир очень серьезный, турнир дает очень высокий, значит, задел на будущее для формирования нашей национальной сборной. Здесь проходит отбор разные возраста наших спортсменов. И на данном турнире очень высокой так, степени готовности спортсмены получить самые высокие награды, звания и с присвоением спортивной квалификации. Карате воспитывает в спортсменах мужские качества и бескомпромиссное лидерство. А потому те участники, которые выбрали данный вид спорта еще с ранних лет, сегодня на татами держатся уверенно и сразу дают сопернику понять свое превосходство в силе и технике. Занимаюсь я уже где-то 5-6 лет. Сначала привел меня папа, потом мне понравилось, я продолжила заниматься. Это не первые мои соревнования такие большие, я уже много где участвовала. Тренировок у меня 3 раза в неделю. Ну, усилия нужны, потому что техника должна быть хорошая. Нужно уметь выдерживать, то есть то время на площадке. Участники из других команд довольно сильные, поэтому конкуренция ощущается. Я занимаюсь карате где-то года 4 уже, скоро будет 5. Я не знаю, просто в один момент резко потянула не на танцы какие-нибудь, как нормальные обычные девочки, а вот какой-то вот на карате потянула. В карате есть, да, трудности, когда могут попасть, либо заболеть там где-нибудь резко нога, но это спорт. Это мои не первые соревнования. Я уже на соревнованиях, как может, года 2, даже год-два там езжу. Готовилась я достаточно долго. Я пропускала многие свои кружки ради того, чтобы подготовиться. Я надеюсь, что у меня будет первое место. У каждого из участников впереди еще много побед, немало и поражений. Да, возможно, не все из них станут именитыми каратистами, но именно этот вид спорта поможет им во взрослой жизни соблюдать этикет, быть выдержанными и добиваться своих целей.